Всем привет! Я с работы, 17 часов, зашла в теплицу, а там уже такая вся красота расцвела. Птички поют, у нас здесь, наверное, много малышей вылупилось. Ну и что, пойдемте посмотрим, что же у нас цветет. Здесь у меня царица ночи, я ее выбросила на улицу. Уже тепло, я думаю. Все будет хорошо с ней. Маленькие цветочки мамилярии, гимнокалицумы. Снова начинают раскрываться эпифилумы, эскобарии цветочки, очень красивые. Температура в теплице 37 градусов. И я боюсь, что кактусы впадут уже в стагнацию. Как-то они невесело смотрят на меня. О, раскрылась белоцветковая мамилярия Тереза. Хамоцериус сильвестрии перецветает по чуть-чуть. Ну, пошли на то кактусы, да, друзья? Везде бутоны. Натокактусы я люблю. Но они вырастают огромные. Вот пародии малышки. Тоже набирают бутоны. Мой красотун, мой цветун. Вот. Два цветочка осталось. Увядает уже. Ну, неудивительно. Он так долго цвел. Этот красивый эхиноцериус. Ну, а здесь мамилярии. Вот какая. Это как невеста с белыми, а это вот красавица. Ну, все. Хелмс Ноя, Хильдевинтера, вся в бутонах. Апорокактусы цветут, раскрылись уже в полную силу. Осталось буквально немножко, несколько. Перецветут и все. И уже до следующего года, наверное. Этот-то точно один раз в год цветет. Ну, красиво. Вот. Ну, и этот апорокактус, наверное, тоже он цветет раз в год. Ну, точно я еще не знаю. Красивые такие цветы, красные. С малиновым. Очень красиво. Так, что у нас здесь? У нас здесь что? Клистококактусы. Просто по всему стволу бутоны. Красиво. Хотелось бы, конечно, увидеть цветение и других каких-то цериусов. Но на данный момент пока ничего. Надо поснимать в углу паутину. А то всякие паучки порасплодились здесь. Ну что, цветет красавец. Птерокактус, туберозус. Красив. Ну и мои гимнокалицумы, они вообще молодцы. Они, во-первых, они все в бутонах. Просто все. Вот сейчас смотрю, исключений нет. По-моему, все в бутонах. Они красивые. Цветы у них не колючие, приятные, поэтому гимнокалицумы очень неплохо иметь в коллекции. Они радуют глаз. А телококактусы тоже. Смотрите. И вот здесь, а вот здесь какой красивый желтый раскрылся. И главное, они все разные цветочки. Так. Ну, еще раз покажу. Это Эхиноцериус фичи. Он очень, очень огромный цветок. Просто вот на целую вот, вот, смотрите, руку на целую прям, если. И сегодня он вывернул свои лепесточки. Сильно раскрылся. Красивый. Что тут у нас? Чилиец цветет. Тоже удивительный цветок.
Вот моя красавица. Покажу вам бутоны на эхинопсисах гибридных. Ну, как вы видите, везде. Смотрите. Очень здорово. Цветет вилкоксия. Давно уже, дней 5-6. Вот. И вот еще. Это приятно. Не так, как там какой-то эхинопсис гибридный раскрылся и закрылся. А они цветут и цветут. И можно полюбоваться. Просто успеваешь полюбоваться. Насмотреться успеваешь. Астрофитумы гибридные в основном все в бутонах. Не все, но в основном. Поэтому нас ждет бурное цветение. Здесь красноцветковый. Ну, а вот эти вот кучерявые лепестки обойти нельзя, да? Цветочки кучерявые. Ну, просто бесподобный какой-то. И уже все цветут детки на нем. Отличный. Ну что ж, закончим наше видео. Вот на этой лабивии красивой, красивенной, пурпурной. И этот гимнокалициум. Пришел мой друг Диего. Наверное, мы его тоже покажем. Диего, здравствуй, ты гулял? Он гулял, да, гулял. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы со мной. О, сейчас еще покажу. Пигмаицериус акерсий будет цвести. Но за этими цветочками не видно было бутона. Вот он, бутонище. Пигмаицериусы очень красиво цветут и пахнут. Ну а теперь до свидания. Всего вам хорошего. Пока.